Дети – смысл жизни, источник радости и вдохновения. А детская поликлиника – это место, где априори много маленьких пациентов. И не случайно врачи-педиатры решили в День защиты детей поднять настроение малышам, которые пришли на прием. Ведь именно улыбки и смех непременно помогут им быстрее поправиться. Аниматоры в ярких костюмах провели для маленьких посетителей разминку, поговорили о правильном питании и отгадали с ними загадки. А за самый яркий рисунок на асфальте малыши получили сладкие презенты. Сегодня 1 июня – День защиты детей. И мы традиционно для наших посетителей, наших пациентов маленьких устраиваем праздник. Праздничное мероприятие, посвященное нашим деткам. Хочется сказать, что дети – это частички большого счастья. Дети – это чудо, которое наполняет жизнь взрослого теплом и радостью. Хотели бы от всей души поздравить наших детей и родителей с этим праздником и пожелать, чтобы каждый ребенок имел все необходимое для счастливого детства. Городская больница в этот день уделила внимание детям всех возрастов. Интересные и познавательные мастер-классы были подготовлены для школьников гимназии номер 1. К ученикам медицинских классов данного учебного заведения пришла заведующая стоматологической поликлиникой Ирина Левищева. Специалист в своем деле не только рассказала ребятам о том, как правильно ухаживать за полостью рта, но и дала возможность попробовать вылечить кариес. С помощью макета из воска и пластмасса будущие медики смогли попробовать себя на практике в качестве стоматолога. Такие мастер-классы направлены в первую очередь на профориентированность и помогают определиться с будущей профессией.